Приветствую всех болельщиков сборной Беларуси. Мы, в конце концов, с небольшими приключениями, которых, может быть, мы напишем позже, добрались до города Бачково, где, собственно, проходят основные баталии чемпионата мира. Наш состав 7 человек. Есть новые лица в составе основном. Это Сергей Романов. Сегодня прошла первая тренировка. Ну, в принципе, так как мы уже приезжали сюда дважды на Trout Union Cup, нам река Чая более-менее знакома, и мы так сегодня освежили в памяти зоны, проверили свои рабочие приманки. Ну, тренировка прошла плодотворно. Вот, для белорусской сборной это будет уже 4-й чемпионат мира. Вот, ну и мы, конечно, рассчитываем на какие-то все-таки, пусть не глобальные успехи, но надеемся, что кто-то из нашей команды покажет какой-нибудь хороший результат. Очень на это надеемся. Всем спасибо. До завтра.